на конкурс «Дети читают стихи». Влажарков, город Абакан, Андрей Усачев, День Победы. Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, маршируют строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Он витает небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песня за столом, это речь и беседы, это дедушкин альбом, это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны.